Привет, меня зовут Богдан Сорокин. Сегодня я хочу вам рассказать про свою замечательную гитару. Называется она Woodstock Jazzcaster. И сделана она из ольхи, классический вариант, с облаченным грифом из цельного куска клена. Имеет на борту классические сингловые звукосниматели, целых два. Вот, абсолютно классический набор электроники, винтажный стандартный бридж. Очень здесь толстый у меня профиль грифа и радиус накладки, но это уже как бы личные преимущества качества. Вот, и во всем этот инструмент, по сути, объединяет в себе лучшее из двух миров, так сказать, две классики в одном. С одной стороны, мы имеем замечательную, удобнейшую, красивую и эргономичную форму корпуса. С другой стороны, мы имеем другую классическую гитару, думаю, можно угадать, какую. Вот, как это дело звучит и как это дело выглядит, мы, в принципе, уже видим, как это дело звучит, мы сейчас послушаем. Вначале на драйве, поскольку я играю тяжелую музыку. Ну что, мы послушали эту гитару со всех сторон и со всех ракурсов. Что можем сказать? Надо брать. Лично я на этой гитаре играю уже больше года постоянно. Это мой основной инструмент, как дома, как в студии, как на концертах и вообще везде, где я могу играть. А я играю постоянно и каждый день, что нельзя сказать по моей игре. Вот. Поэтому выбираем Woodstock, покупаем, записываемся, заказываем кастомные варианты и играем на хороших инструментах от украинского производителя. Пока.